Почему птицы купаются в песке? Наверное, каждый из нас видел, как с жарким летним днем на пыльной дороге или в куче песка купаются воробьи. Но зачем они это делают? Существует даже такая примета, что если воробьи купаются в песке, значит скоро будет дождь. Но это всего лишь примета, и дело здесь совсем в другом. Кстати, такой процедуре подвергают себя не только воробьи. И сейчас я вам расскажу, зачем они это делают. Дело в том, что пока пернатые сидят в гнезде и выводят птенцов, у них в перьях появляются различные вредители, такие как вши и пухоеды. От них у пернатых появляется невыносимый зуд по всему телу, избавиться от которого помогает купание в теплом песке, ну или в пыли. Таким образом птицы чистят перья и прогоняют паразитов. Ну а если вы хотите узнать о самой необычной сове в мире, которая живет под землей, обязательно посмотрите вот это видео.